Омские следователи раскрыли подробность уголовного дела Сергея Москаленко. Отстраненному судье предъявили обвинение в получении взятки от бизнесмена Виктора Берга. Расследование продолжается уже несколько месяцев и точно не будет окончено в этом году. По предварительным данным, судья получил от бизнесмена 8 миллионов рублей за оправдательный приговор. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства вины Сергея Москаленко. Проводятся очные ставки с родственниками убитого Виктора Берга.